Нет, ну смешно. В культуре показывают, там были на разряде, мы тебя видели. А где это? Да, мы не называем адрес, потому что это реклама. А вдруг реклама? Реклама – это не коммерческое заведение, не коммерческое заведение. Это какое-то заведение. Ну, вы не государственные же? Ну, что? Галерея у вас. Ну, не галерея. А что же? Это не открытый, да? Частное статус, учреждение культуры. Статус некоммерческое, частное учреждение культуры. Поэтому адрес наш лучше говорить. Но дело в том, что мы даже не знаем адрес Пушкинского музея или Третьяковской галереи. Ну, штатик смотрим. Не, нам не надо адрес. Мы наши говорили адрес. Просто не жалко этих людей, которые понятны нам, чтобы узнать отдельную мысль, которая будет. У меня с посетителями все в порядке. Я думаю, можно в интернете узнать адрес сообщения. Люди, чтобы там продавать, чтобы не продавали. Просто представили. Готово? Да, я всегда буду. Вадим, ну как же так случилось, что сегодня вот открывается выставка Ивана Лубенникова? Все-таки его работы редко можно видеть у нас. Вынесли. Вынесли, кажется. Иван замечательный художник, монументальный. Он вообще монументальный и отличается тем, что он всегда знает, чего хочет. Точно. Все математически выявлено. Ну, в первом смысле, наше помещение приспособлено для камерных выставок, для маленьких размеров. У него маленьких размеров мало. Выставляет он их проверяет. Обычно расставляют диалоги. Вот поэтому наше помещение подошло для вот этого вот цели. Выставить живопись маленьких размеров. Кто кого нашел? Вы его или он вас? Мы его, конечно же. Долго ли шли разговоры об открытии выставки? Потому что все-таки он выставляется за границей в основном. Он выставляется и в России довольно часто. Не так давно были две больших выставки его. Я бы не сказал, что он такой играющий художник. Но разговоры шли и переговоры шли очень недолго, потому что я еще раз говорю, Иван всегда четко знает, чего он хочет или чего не хочет. Сказал да, значит да. Все, вот он сказал да. Я к нему приехал. За 15 минут его забрали работы, за 15 минут согласовали название выставки, дату и все. Почему именно эти работы? Потому что они маленькие. Ну вот я ожидала на самом деле увидеть маленький размер, вот размером с плиточку. А нет, тут... для него это маленький размер. Все, что меньше метра, для него это маленький размер. Он монументалист, он пишет большие работы, двух метров. Центральное место экспозиции, какая работа с ним? Ну, это сложно сказать. Да? Ну, нет, ну как бы. Геометрически центральное место занимает натюрморт Горшков. Это понятно. А мне, например, вот лично, больше всего нравится вот эта вот дама, поднимающаяся на гору, которую потом можно оценить. А почему? А потому что при всей вот монументальности Ивана как художника и как человека, у него совершенно невероятно чувствует такое вот свойство крупным, большим. Видели такой? И свежесть, необыкновенно свежесть для него. Он придумывает вот эти вот сюжеты, я не знаю, придумывает, там, может, не знаю, что. Не придумывает, хорошо. Это умеет. Вот поэтому мне нравится именно совершенно необычный ракурс, взгляд, все. Все, спасибо. Для меня лично точно, потому что крупнейший у нас сегодня, которому спасибо за доверие. Вот на наши маленькие скромные стены он согласился повесить свою живопись маленьких размеров. Она, как видите, отлично вписалась. Вот чему мы, конечно же, несказанно рады. Я сегодня давал интервью в культуре, и они меня спрашивают, вот почему тебе нужно было именно Лубенникова сделать выставку? Мало хороших художников, но художников хороших.
есть, конечно, но у Ивана есть одно качество, которое вот лично меня необыкновенно привлекает. При всей вот этой своей монументальности такой, внешней и внутренней, а у него совершенно невероятное чувство юмора, которое вот во всех этих работах просто вот оно прыгает оттуда. И вот эта вот свежесть взгляда необыкновенная, которую сохранить, не знаю, каким образом удается. Вот, вот это вот, вот то, что юмора помогает. Чувство юмора помогает, да. Это то, что я вот, вот почему я ответил на вопрос, почему вот мой выбор вот такой. Вот потому что мне для меня это очень близко. И, ну, вот. Так что вот, Иван, спасибо. Потом я свое спасибо скажу. Ну, я начну с того, что я преклоняюсь перед Вадимом, который так ушиблен искусством. И что он... А вы потише просто, да. И что он устраивает такой каскад выставок, я почти на всех бываю открытий, когда мне позволяет время. И вот смена художников и как бы направление, приоритетов, оно невероятное. Так что, с одной стороны, конечно, слава Вадиму, который вот устроил такое пространство, которое позволяет делать самые неожиданные проекты. Теперь про Ваню. Что касается Вани Лубенко, меня всегда поражает и вообще просто на обе лопатки раскладывает. Я хочу сказать, что, понимаешь, вот тебе дано абсолютно все то, чего совершенно не дано мне. Поэтому я восхищаюсь тобой. Я вообще восхищаюсь всегда чем-то, чего совершенно никакого кусочка мне не перепало. Во-первых, это вот, вот абсолютная ясность, а что вы слышите? Ну, давай, знаю. Абсолютная ясность идеи, совершенная вот законченность формы, такая вот оточенность, это меня вот поражает и потрясает просто. И, ну, в общем, слава вот Ване и Вадим. Я даже не знаю, что еще сказать, потому что ну, можно про каждую работу говорить можно замечательно. Ну, потрясающая работа. И все это как-то, мне кажется, входит вообще в мировой контекст. Ну, спасибо. Я хотел еще что добавить в качестве комплимента имениннику, что ну, у нас здесь бывает много выставок, действительно. Замечательные художники, но вот чтобы столько молодежи собралось. Ученики. Ну, так, они же, я понимаю, что они заинтересованы в хороших оценках, но не до такой же, не до такой же степени. Вот, так что я считаю, это комплимент просто настоящий. Да, друзья, может кто-то еще выступит из друзей и коллег? Можем. Валерий Павлович, пожалуйста. Спасибо, дорогие друзья. Но сегодня, я думаю, у нас у всех большой праздник, и не только праздник, у всех, собравшихся здесь. Это вообще культурное событие большое в жизни нашей столицы, Москвы. Не так часто проходят выставки таких уникальных, я бы сказал, художников, которые не просто художники и живописцы, но еще Иван Леонидович скульптор замечательный, и замечательный писатель. И уже когда в октябре 2011 года была презентация его двухтомника, значит, да еще с приложением книги для чтения, то можно было познакомиться не только с его огромным творческим путем, с его вкладом и в русское, и в мировое искусство, но еще и познакомиться с писателем. Но тогда уже он поразился. Ну, а я хочу, поздравляю Иван Леонидович с этой выставкой, я хочу пригласить вас всех, я вижу, что здесь поклонники творчества Ивана Леонидовича, иначе бы вы сегодня пришли, мы все его очень любим. И мне очень приятно сказать, я вот по стопам Вадима иду, вот у него сегодня выставка открывается, а я могу с гордостью сказать, что в галерее на Чистых прудах послезавтра, как всегда, уже скоро 10 лет будет всегда, в 4 часа дня откроется, ну, приличных размеров выставка Ивана Леонидовича, где мы смогли бы увидеть и скульптуру, и живопись, но и будет, с моей точки зрения, очень большое событие. Это презентация новой книги рассказов Ивана Леонидовича. Могу вас заверить, что это нечто феноменальное.
Поэтому я вас приглашаю, приходите, у меня даже с собой осталось несколько пригласительных билетов. Если кто-то завтра хочет, то и послезавтра. Я дам вам билетик, а кому не хватит, приходите, так, мы всем вам рады будем. Поздравляю, Иван Ильич, что ты выступил, замечательный. И Вадим поздравляю. Спасибо. Если бы таких открытых клубов было побольше в Москве, жизнь наладилась бы и культурная. Вот не знаю, что они все были бы одинаковые. Ну, они пусть будут разные. Пусть будут разные, но чтобы побольше их было. Поэтому Вадим первопроходец. Будем считать, что будет дальше открываться. Спасибо. Спасибо. Друзья, ну, кто еще? Студенты? Кто? Нет, студенты нет? Ну, хорошо. Ну что, нету коллег-художников? Нормально. Это тоже хороший показатель. Значит, я хочу сказать тебе большое спасибо, потому что я никогда в таких шоколадных условиях не делал выставок. На самом деле, такая забота, такой уют, такое вообще замечательное место, и вообще очень хорошее место, на самом деле. Ну да, для работы определенных размеров. Это понятно, почему и живут малых размеров. Да? Вот. Для меня это тоже большое событие, естественно. Да? Я вам очень признателен, девочка, тебе тоже, Геннадий, за теплые слова такие очень. Ну, да? Павел Павлович, вам тоже за рекламу и за то, что они за были мои заговорили. Да? Спасибо всем, что вы пришли. Ну, пожалуйста, если кто что не видел, посмотрите. Спасибо. Ну, перейдем уже к неформальной части, я предлагаю. Да? Спасибо.